Если вы столкнулись с такой проблемой, как я, забыли пароль от вашей учетной записи, или же вы купили устройство, заблокировано на активация EVC, то есть нужно подтвердить учетную запись, Activation Log, вам нужно ее снять. Я нашел отличный сервис, который поможет вам разобраться в данной ситуации. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Как понимаете, ситуация такова, то есть либо вы забыли свой пароль от учетной записи, либо же вы купили устройство, которое заблокировано, то есть по iCloud, по Apple ID. Выход есть, но с небольшими ограничениями. Если вам интересно, досмотрите это видео до конца. Что же нам предлагает компания TinyShare for Mickey? Это профессиональная безопасность для обхода блокировки активации iPhone без особых усилий. Быстро снять блокировку активации iCloud без пароля Apple ID, разблокировка учетной записи iCloud в любое время. В любом месте, когда вы забыли пароль или купили iPhone, iCloud заблокирован. Войти в App Store с новым идентификатором Apple ID после обхода блокировки активации на iPhone, iPad, iPod Touch. Отключи найти iPhone, iPad, iPod Touch без пароля, совместимое с устройствами iOS от iPhone 5s до iPhone X. Полная поддержка с iOS 12 по iOS 14 для 6s, iPhone X, iPhone SE первого поколения, iPad 5, 6, 7, iPad mini 4, iPad Air 2, iPad Pro 1, 2 поколения, iPod Touch 7. Как понимаете, можно установить на Windows и на Mac OS. Какая последовательность шагов? Обойти блокировку активации iPhone за 3 шага. Первый шаг. Подключить и убедиться, что ваше устройство iOS правильно подключено к компьютеру. Второй. Это jailbreak. Выберите начать jailbreak для быстрого jailbreak вашего устройства. Третий шаг. Убрать успешно вашу блокировку активации. iCloud теперь снято. Рекомендованные устройства iOS для удаления блокировки активации. Все устройства, которые вы здесь сейчас видите, то есть это все дело у нас поддерживается, вы можете спокойно делать. Также системные требования, это Mac OS 10.11, 10.15, Windows 7, 8, 8.1 и 10. И также iOS какие, то есть 12 по 14, 6S и так далее, все то, что мы перечисляли. То есть ссылочка будет в описании. После того, как мы установили наше ПО, нам дается предупреждение, то, что на наше устройство будет установлен jailbreak, и у нас не будут работать такие функции, как отправка SMS, звонки, сотовый интернет и iCloud. А все остальное будет нам доступно. Жмем далее, то есть нам будет то предупреждение, которое я вам озвучил. Если нас все устраивает с теми недостатками, что будет, то есть подтверждаем и приступаем к дальше. После того, как мы дали соглашение, идет скачивание нашего jailbreak. После того, как он установится, мы даем подтверждение на того, чтобы он установился нам на наше устройство. Но чтобы наш jailbreak установился, нам программа предупредит о том, что нам нужно ввести телефон в DFU режим. Сама программа определит, какое у нас устройство, и прекрасно по картинкам нам покажет, как это сделать пошагово. То есть после того, как вы все прожмете, каждый пункт будет отмечен, и опять жмете далее, и уже сам jailbreak будет устанавливаться на ваше устройство. После этого пройдет какое-то время, и вы увидите на вашем устройстве подтверждение. Жмете «Да» и продолжаете установку. Ну а здесь осталось немножко подождать, дать все необходимые разрешения, которые потребуются. Ваше устройство перезагрузится и даст вам понять то, что вам нужно будет устройство настроить как новое. Компания TinyShare for Mickey предлагает нам еще 5 бесплатных лицензионных ключей на годовую подписку этого приложения. Мы с вами разыграем, что нужно, чтобы принять участие в конкурсе. Вам нужно быть подписанным или подписаться на канал, оставить один комментарий, в котором будет указана ваша социальная сеть, либо какая, где вы закрепите ссылку на это видео или моего канала с небольшим описанием, но попрошу вас не ссылкой скидывать комментарий в комментарии, а просто напишите ваш ник, потому что все ссылки будут блокироваться. Это самое главное. Смотрите, когда будем проводить конкурс, чтобы ваш YouTube был открыт, ваша социальная сеть, которую вы укажете, будет открыта, чтобы я мог проверить. И мы в прямой трансляции выберем рандомно 5 победителей данного ключа. Это программное обеспечение. Поэтому, еще раз повторяюсь, подписаться или быть подписанным на канал, оставить один лайк, один комментарий и... На этом все. Делитесь этим видео с вашими друзьями, близкими и знакомыми. Скоро увидимся.